если вам мешает реклама, вы можете закрыть ее, просто нажав на крестик в правом верхнем углу рекламного блока. Итак, в знак большого уважения и глубочайшего расположения, еще раз, потому что здесь уже начали, мы вас, слушай, извини, что иногда ты, иногда вы, ничего. Еще раз тебя поздравим и еще слегка попарим. Именинник, ты не удивляйся, а просто расслабляйся. Итак, начнем. Ну ты расслабься, но встань. Вот так. Ихни. Веничек дубовый, чтобы был мужик здоровый. Чтобы крепкий был, могучий. Чтоб печали все пропали, со спины тебя попали. Уже? Продолжаем разговор. Голова, чтоб не болела, с возрастом, чтоб не балысела. Чтоб здоровье прибавлялось и в животик выливалось. Здоровье. Мы венчиком березы похлопаем слегка. Прощаемся с невзгодами надолго, на века. Дедуль, как знающий банщик. Чтоб не скрипели косточки, не ныла поясница, пройдем мы эвкалиптом чуть ниже ягодицы. Затронем мы голени, ой, там далеко, далеко, далеко. Потом похлопаем колени. Вернемся вверх в начало. Жена, чтобы не скучала. Чтобы не было мочала. Ну, а если быть серьезным, мы желаем от души тебе удачи, тебе здоровья, от волнений, от любви, радости большой от внуков, внучек. Все впереди. Ничего, чтоб друзья не подвели, счастья, веры и надежды на все идущие года. За это дружно мы бабахнем и крикнем громко: ура!